Всем доброе утро. Начинаем сегодняшнее видео из Адыгейска. Это третий этап Кубка края по трофи-спринту. Мы сегодня как помощники организаторов клуба «Титан 4х4». У нас здесь крымские друзья приехали, привезли в стандарт вот такие вот автомобили. Так что сегодня будем наблюдать, как это едет в туризм джимник. Мама, привет! Я здесь, мама. Все хорошо, да, он не пьяный, он не пил. Вот, лютый. Оса, очень много участников. В Ниве открытой примерно посчитали 12-13 машин, туризма много. Вот, будет интересно стандарта тоже, как всегда, стандарт плюс. Будет замес. У всех настроение боевое. Техком уже прошли многие. Симба здесь. КБР здесь. Дверик, категория спорт. Это вот новые участники. Мы, к сожалению, ребят, пропустили второй, получается, этап края и третий этап ЮФО в Элисте. Вот, на втором этапе вот эта Нива была, Мамба, по-моему, из Апшеронска. Вот такой УАЗ. Вообще, он, конечно, проходит по регламенту в категорию экстрим, но так как в крае категории экстрим нету, поэтому будем его наблюдать в категории спорт. Верно? Да. С какого города? Лабинск. Как зовут? Александр. Зайцев. Саш. Да. Первый боевой, да, у тебя получается? Первый, это первый выезд машины. Будем посмотреть. Она на, получается, на V8. Кто скажет, что на машине? А так. А никто не знает. Священный УЗЭП, наверное, да? Нет, ты ошибаешься. Да? Швайне-Мерседес. Швайне-Мерседес? Да, М119. Мамочки. 5 литров. На механическом дросселе. На своих мозгах. На питерских. На роликах. На кроликах. Да. Ролики. Впускной. Наверное, 120-й, да? 110. 110. Да. Ну, можно было сантехническую, она легче. Нет. Да. Военные мосты, получается. 40. Да, коробка от Nissan Patrol, переходная кастомная плита, маховик кастомный, сцепление от патруля ZT30, ZT42. Ошалеть. Рулевая сошка тоже хороший размерчик. Да, такой, все самодельное. Все самодельное, да. В общем, вот такая машинка. Штурман уже проверяет. Ветер. Вертикальная лебедка, тоже на хорошей площадке, восьмерочка, десяточка, радиатор сзади. Q131. В общем, на клюшках, безрессорный. А, тут даже фолинг получается. Нет, здесь. Нет, просто тяги. А, просто тяги, но они под углом стоят, как будто фолин. А, и панара, просто тяги, да. Просто тяги, показалось, потому что под углом стоит, показалось, что как фолин. Если обратить внимание, вырвали за счет крутящего момента, вырвали тягу, видишь. Вот там тяга, ее вывернул вверх ногами. Обалдеть. Очень дурной крутящий момент. Очень будет интересно посмотреть. Да, конечно, чуть-чуть сильнее машина получается. Тут... Сейчас отойду. Генераторы работают. Очень интересно будет посмотреть, как будут бороться, потому что машина мощная, но опять же тяжелая, то есть, допустим, с тем же шевиком, но чуть-чуть повыше. Будем наблюдать. Туризм, стандарт, ну, в общем, Умка, как всегда, благо 4х4. Семен, здравствуйте. Как настроение? Боевое. У вас как? Да, все так же. Подрихтовали уже малеха машину, обновили, так сказать. У меня уже есть наклейка. Спонсор, но это больше. Компания Hardblock на этом этапе выступает спонсором. Призовой фонд, здравствуйте. Призовой фонд 250 тысяч на все категории. Там разбили, получается, первое место 30, второе место 15, третье место 5 тысяч. Поэтому все хотят побороться.
Все. Скоро обзор и стартует стандарт. Сложные приготовления. Но все-таки мы это сделали. Стартовал стандарт. Поехали. О, уже бампер Никитки подровняли. Лютый. А вот и крымский Мерседес. Блокировки 5 литров движок. И Мерседес встал. И направо надо там уходить, направо! А что у нас стандарт с блокировками, да, уже пошел, как будто? Еще УАЗик. Вот вам и обгоны. Блин. Просто интересно, где она? Хотелось бы посмотреть. Оторвал бампер и наехал сам себе. Мерседес. Хоть и блокировки. Может, было. Мерс немножко закрыл, хотя там в три машины коридор. Thank you.
когда одна машина посередине села, ее никто вытащить не хочет. Объезды жесткие, не тут лупятся все. Вот пробиваю я только что тронулся. Скажи, просто постучи, скажи, пускай стоит. Это еще такая категория стандарт, еще будет плюс. Бедный Никитка. Накопали знатно. Ой, лобовое что-то вышло из чата. Смотрите, только вылетает сюда аккуратно.
там вон внизу еще Нива. Ее не видно, но она есть, да? А вон там Вася поедет. А вон он там застрявший, не едет никуда. Вот и добрый вечер. Mm-hmm.
поставить. Кока-колышек. Поставь. Где штурман? А, как поднимется, поставит. Не. Пускай. Не. Может, еще дублик снимем? Отходите, отходите. Так, Мерседес все катается. Стандарт откатал очень люто. Вы видели, что расхерачили тачку. По-моему, даже у какой-то нету финиша. В общем, то ли я с трассы перестарался, так как я ее прописывал, то ли парни просто захотели помогать оттаскивать машину. В общем, получилось, что получилось. Немножко жестковато. Сейчас чуть-чуть переделаем трассу и запускаем стандарт плюс. А я, как всегда, чистый. Готовится первая двойка. Нива из Дядьковской. И Тойота. Оп.
Toyota вырывается вперед. Категория стандарт плюс. Прада. С Крыма, пацаны, красавцы. Хорош! Ой-ой-ой-ой-ой. Все, сел. Еще один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Следующая двойка. Саня опять вырвал победу у Прадика. У Тойоты. Убирайте детей, девочки. Они ж выскочить сюда могут. Уходите вот сюда. Да. И все. Смотри сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой. Назад, назад, назад. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Два тормоза еще. Ой, зря, назад. Экипаж из Усть-Лабинска, Серега с Мишей. Рамис. Прада до сих пор стоит. Мерседес накопал сильно. Оторвал глушитель, Леха. Вазик с той категории поехал. Стандартно!
у всех проблемы. Мерс тоже остановился, не рискует. У пушки какие-то проблемы. Саня объехал. Тут все, встали. Опять это злое место. Этого запрещены. Мерседес. Поменял резину на более злую. Прошел по правильной траектории, сразу проехал. Серега объезжает. Чижик выбрался. Рамс? Ой,
что-то завоняло так. Вот это сбило ленточку, которая была здесь. О! Хорош! Ой, бо! Заехал. Творится просто какой-то хаос. Это жесть. Стандарт плюс разрывает. Да, первое место на 30 тысяч рублей от хардблока решают. Просто люди очень круто сейчас едут. Такого экшена мы давно не видели. Это просто нереально. Что-то у него дымит так она снизу. Сцепа, да? Раздает.
общем, жесткий стандарт, стандарт плюс. Закончили свое выступление, идет долгая эвакуация, к сожалению, все, уже здесь все машины. Сейчас обход трассы у Нивы и стартуем. Немножко гонка подзатянулась, но для дебютного первого раза организации это, я надеюсь, простительно. Все поймут и простят. Вот парни выступали, стандарт плюс. Вот немножко дали машине жизни, лобовое где-то оставили. Че так? Вы финишировали? Ну и хорошо. По местам непонятно еще пока. Это хорошо. Проверим. Ну, короче, тачкам дали. У пушки сегодня что-то неудачный день. Так она работала плохо. Ну, Мерседес вы видели. Недвижимость. Ждем Толика закрыть. Привет, они дали. Ah!
Слава, сюда! Только он вот так ехал.
Поехали там, где ехали. Костя, Костя!
нету! Жопы нету! Как-то здесь будет и башня. Дверь закрой!
А что-то у него и с номером проблемы. А ну это лишняя запчасть. Уебали, отойди, Валера, отойди. Ось там разбили, пиздец, да? Горка! Дальше. А вот и КПР вернулся. У КПР, смотрите, сколько. Левая сторона, сколько. Ой, ты шмар. А у КПР я слышу, подгазовывается. Ну, вряд ли там он сижу. Я в этом... Это очень долго теряют время, блядь, на спичок-то, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Thank you.
Ребят, откатали мы Ниву открытую. У нас вроде предварительно второе место. Все, так, пошли снимать туризм. А Нива была злая. Проехали за час всего 4 круга. И заглох. Легенда заскочил, молодец. Так, легенда пошел. Джипник завелся. Ох, как аккуратненько. И поплыл. Да сам, зачем штурман помешал? Очень неправильный якорь. Видишь, как он вырос? Да, да. Вот, на этом надо так, учиться. Олег, да. Без блокировки спереди почему-то. Не надо. Он погнет. Пускай так. Коса выехала. Саня Чех, штурман. Джимник выехал. Проплыл. Эта машина, по-моему, наши снаре, допустили машину в нашей снаре. КБР из Нивы открытой поехал. Помогай все время. Пусть помогает. О, зацепился, да, Даня. Да, ну, колесами помогай. Автомат у тебя. Все, забирай его. Так, вышел я напрямую. Олег идет пока на втором месте, лебедица. Легенда без блокировок. Почему-то. Кто-то сзади троит. Похоже на КБР. А Нива тут проезжала. Вот мы по траектории, получается, легенды 17 Харламова шли. И нормально прошли. Прилип конкретно. Нет, нету еще на втором никого. Нет, все. Там у него колесики маленькие. Пониженная.
Все, пошла. Туда, где УАЗ сидел, надо было выскакивать, да. Очень затяжной, скользкий подъем. Хотели его проливать, но если бы тут была площадка для разгона, может быть, все и выезжали на него сами. Но так как здесь ручей, прям такой жижуля, после воды воду затянули наверх, и видите, уже зацепа нет абсолютно. Олег спускается, джимник на второй круг. Ну что, как оно? Процедуры, грязевые ванны с Краснодара. Давай, Дима, забирай! Поднимаются парни, я стою на другом препятствии, жду Олега. Что-то у Олега как-то мотор не крутит, да, блин? А чё не туда? Тут... Попробуй туда левее, мы там выходили. Давай, все. Давай, Олег, пошел. Хотя бы так. Чё не крутит мотор? Мотор как будто не крутит. Оп. Поменял, блядь.
Молодец, что-то звенит сзади. О, нашел. Что у вас случилось? Трос порвался. А, трос порвался. Там на яме? Да-да-да, на последней. Это штурман из КБР. Из какого города? Чегем. Чегемские невоводы славятся своими подъемами в гору. Все у них Чегем. Да, Чегем оффроуд или Чегем 4х4, да? У них вот такие подъемы в гору. Последнее препятствие. Вот такая вот лужа. Итак, категория туризм. Проехали как-то очень быстро. Несколько вроде сходов технических. Категория спорт. УАЗик на Т-40. Шторм на Альби. За ним Джимни. За ним едут Джимни из Крыма. Этот Нверик из Новороссийска. Там стоит обрезанная Нива. Это Новоалександровск, Ставропольский край. УАЗ, который был в туризме, и механик из Гулькевича, по-моему, Нива на военных мостах. Все, порвал. Все, стоп. Приехал. Разулся на льве. Разулся. Остановился. Он что, новый движок поставил? Нет. Как будто крутит, да. Показалось, что он скоро щелкнет. А, может быть легко. О, смотри, что делает. Ничего себе. Механик и сел. Турбина. У него турбина. Верик себе турбинку засунул. А я не знал, это в Новоко... А, была? Да, была. А, я что ли раздута левая? Да, левое колесо. Опять? А, помойка. Бля, как так? Ой-ой-ой, смотри. Оно не упало, не упало.
Давайте. О, когда газует нормально. Так, что-то щелкнуло сзади. Заработал. Вот вам и патрол мосты. У шторма, походу, опять шрус. То у него в Дядьковской правый стрельнул, сейчас левый. На первом круге. Механик Нива, по-моему, 2 литра или 1,9. И военные мосты. Просто. И обрезал кузов. Чуть-чуть полегче, наверное, стал. Там 2 застряли. Стучал мотор. Шатун, склады, что-то застучало очень нехорошо. То ли масло не долил и на подъеме. Подъемом. Так, ребят, короче, новости. Прошел первый круг. Уехал только Нальби и механик. И получается, сказали, у Нальби разбуто колесо. Он Верика движок застучал. Шторм еще стоит. Который у вас на бортовых где-то порванный, у него кардан отломило. Это все за первый круг. Поехали, посмотрим, где они там. Так, пронесся Титан. Не знаю, что он как едет. Шторма обошел. Шторм не может вылебедиться. Верик пошел на стучащем моторе. Ждем их. Да?
чуть-чуть. Он когда там прыгнул, у меня перед глазами два чебурека, хуяк или дерек. Пацаны спорили, что УАЗик всех обгонит с таким просветом. А с таким просветом он обогнал только супер, да. И теперь хороший подъем. Лебедка, давай, затягивай! Вот такие победы, ребята! Это будет один круг за полтора часа. Но с каким усилием? Это вот только на характере. И сейчас будет буря овации. Давай. Вот. Парни! Че, опять шрус потеряли, да? Левый? Рус! Вот этому дереву. Что-то вам со шрусами патроловскими не везет. Как-то так. Это которые покупные. Которые старые, я их найти не могу. На трех колесах все равно идет. Инверик сделал круг. Получается, быстрее проехал шторма. На трех колесах. Лебедка с динамкой. Дерево пищит, но держит. Лебедка, вертикалка, вещь, конечно. О, и заднюю блоку выключил. Третий круг на Льби заканчивает. Сейчас подъем, он заканчивает. Вот он этот монстр, от которого он чистый, ребята. Все ждали, что он сегодня разорвет всех. А он не разорвал. Ну, кардан. А, вот, смотрите, как мост красиво стоит. Вывернуло полностью. Мост провернуло. Оборвало. Подломило. Да. Тяги его не удержали. Очень грустно. Бывает. УАЗик заканчивает первый круг. А вон и Нива выехала, красная, походу. А, нет, это белая. Механик пошел на заканчивать второй круг. Вот парни тоже едут. Очень хорошо работает мотор.
Что-то с лебедкой на льбе. Тем не менее, у него есть два круга быстрее всех. Если он здесь останется и никто не поедет на третий, то он выиграет. Но это надо, чтобы никто не поехал на третий. Ой, какая прекрасная вода. Так, и парни из Нальчика отправляются на второй круг. Были какие-то, видимо, проблемы технические. Но сейчас едет УАЗик вполне отлично. Аккуратно, не хотят бить машины. Уже не первый раз сегодня замечаю, что парни едут очень аккуратно и уважительно к другим спортсменам. Я даже не знаю, где у Васи аккумуляторы. Их просто не видно. А, вон что-то там лебедка стоит. Да, кстати. И поплыла. Намного. Чуть-чуть, ну! А, УАЗик. Третий круг заканчивает. Молодец. Вот он выходит, финалисты. А первое место, ребята, уверены. А он тоже на голде, я думал, у него вертикалка обычная стоит. Давай, 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 давай. Это интрига. УАЗик приехал на третий круг и тоже заглох. А это значит, что категория спорт закончила. УАЗик первый, Нальби второй с двумя законченными кругами. УАЗик, получается, три проехал. Вот. Что, ребята, это была крутая гонка, это было очень сложно, я очень сегодня набегался. Спасибо опять же вам всем зрителям, которые подходят, говорят, что смотрят контент, спасибо за видео, это очень приятно, очень мотивирует. В общем, спасибо большое, мы ждем награждения, но я уже не буду его сюда включать, потому что видео, как всегда, очень длинное. Перевалило за час уже точно. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Следующее видео, может быть, поедем в СКФО Пятигорск, Ставропольский край. Всем до встречи и пока.